И вот тебе еще железный меч, вот. О, вот. Посяпки. Не за штятки. Хорошо, окей. Посяпки. Посяпки, что ты хотел? Так не, нормально. Я скрафчу еще одни железные ботинки. Вот, возьми. У меня потому что штанишки. Так. Ей, ботиночки. Да, ребятки, спасибо, которые нас сейчас смотрят, я имею в виду, вот кто у нас подписчики наши, я хочу вас заранее предупредить, что мы будем просто разбивать по длительности минут по 20, наверное, видео на несколько серий, поэтому серия будет чисто обрываться с надписью «Продолжение следует», и дальше будет следующая серия, без привет, без все подряд, просто делением. Так что строго не судите, да, все нормально. Строго не судите. Все, я сделала нам адекватный подъем, смотрите. Молодец. Синий! Сейчас я убью его. Так, мне страшно, уходи. Мне больно. Никому не слетать. Я его скинула. Молодец, молодчинка, я спускаюсь снова. И там еще... А, это ты? Никого не убили, ребят, никого не убили. Нет, я жива. Можно здесь с улицы сделать полочку или что-нибудь, чтобы не упасть? Так, я тогда крафчу себе шлем один. Вот, ребята, возьмите шлем. Вот, возьми. Блин, у меня хоть что-то... Нельзя. Проседать. ФПС иногда. Вот, возьми. Я скинул вам шлем. Фапочка. Так. Я крафчу еще один шлем. Так. Фапочка. Вот, возьми. Возьми. Я возьми, иду возьми. К вам. Возьми, возьми. Вот. Я еще один шлем скинул. Возьмите. Спасибо. Так. Тихо-тихо. Около нас синий. Секундочку. Сейчас я его приму. Это хорошенько. Тот же. Ты не улети, спасибо. Главное. Воу-воу! Осторожно, осторожно! Что там произошло сейчас? Я его убил. А он меня. Блин. Так я тебе говорю, ты бы не лезла, я бы его убил. У меня железный меч, у него был каменный. У меня тогда тоже железный меч был. А, так нет, у него был каменный. Я имею в виду в том, что я бы его убил. Я бы его убил бы спокойно. Он меня просто скинул никуда. Ну, типа, я его тоже скинула. Почему я не могу убить чувака? Он в красной броне. Потому что ты лалка. А он за нашу Тиму при этом. Как так? Что? Чувак в красной броне, а Тима у него наша зеленая. Ну, вот такой вот против правильный парень. Он притворяется. Хочу тебе штанички. Офигеть, ребятки, у меня 15-й левел уже. Возьми. Штанички возьми, пожалуйста. Тут можно левел качать, получается. Да, тут зачаровально так. Ты копаешь, да, смотри. Чёртики. Вов. Ты копаешь, да. Смотри, броню, вот, точнее, не броню, железо, там уголь. Тебе идет из этого уровня, потом ты чаруешь себе крутые вещи. Там синенький, боль! Какая боль! Черт, он черт. Он меня тоже скинул! Куда скинул-то? Какая боль! Ой, куда скинул? Вы все умерли. О, Вова, я тебя вижу! Стой на месте, пожалуйста. Я еще к тебе подбегу. Давай, я тебе дам что-нибудь. Окей. Вот он ты. О, давай я тебе что-нибудь дам. Нет, ничего не надо, я пока могу тебе прокопать уголь и провожу к дому. Хорошо. Идем быстро, Вова, там у нас в доме синие рудуют, идем. Хорошо, идем. Давай тебе дам железный меч. На, железный меч, у меня есть железные мечи на всех. Сейчас смотри, вот сюда в угол я тебе кладу железный меч. Ты был прав, что подбирай. Надо, что они когда-то там пригодятся. Шахточка, ладно. шахточка. Слушай тебя. Бежим за мной, Вова, за мной. Ви, бла-бла-бла, такой оранжевенький, да? Да не туда. Да, бегу. Побежали за мной. Так, блин, тут не пройти, да, пошли. Где-то что-то, подожди секундочку, сейчас у меня этот ФПС, я поменяю. О, генералушка. У меня просело вот немного. Хаймен! Ай, меня опять никуда скидывает. Черт, надо прокопаться там в другом месте, потому что этот гад засел у нас на базе. Но я знаю, что надо сделать, ребят. Очень плохо. Нет, все нормально. Я знаю, как надо сделать, чтобы он больше... Главная проблема в том, что он будет опять к нам приходить. Я его почти убил. А он тебя убил? Нет, у меня еще половина ХП. Мочите его. У меня лагает, я бы его завалил бы так. Я убил его. У меня есть курточка и шапочка теперь. Привет. Ребята, я сделаю с вами еще видео паузу. Секундочку. Так. Хорошо. Ой, железка, я возьму, хорошо, все. А тут есть как-нибудь сундук сделать? Конечно. Сундук, конечно, делай. Правда, можно это, проблема дерева нет у нас. У меня есть 36 бревен. Сейчас мы продолжаем. Так, стрелы. Ёлки-палки, что-то дерево лагает. А здесь земля не копается? Лопатой.
Лопаты, как все сложно. Он опять к нам бежит, идем, убьем его на... Я бегу вам помогать, ребят, как смогу. Ребят, у вас найдется для меня пару арбузиков, чтобы поесть? Да, есть 55. Все, хорошо, спасибо. Ну, так, я лично вообще ничего не взяла. Убила! Еще молодец. Раз. Молодец. Ей! Слушайте, мне нужно срочно пожрать, иначе я умру. Вов, я к тебе. Так у тебя же... Так ты ешь, у тебя же есть вроде. А тебя что, убили? У тебя же фулл сет вроде. Меня? Не, я просто не одел. Блин, тут, короче, какой-то чувачок, Влад 5775, это ты? Да! Ой! Это не 5, это буковка С! Ой, извини, пожалуйста. И главное, кидает тебе арбузы, да? Я просто, знаешь, я что-то... Твой скин, а ник почему-то не тот. Я думаю, типа, кто такой? Я поэтому и подумал, почему-то у тебя не полная броня. А потом что-то подумал, какой-то другой, сори. Так, а я пока жду, пока тут жарится железо. Я лалка, ребят, меня слили. 5? Тихо, Вов, сейчас скажу. Около нас вроде тут никого нет. Вов, у тебя для меня броня есть какая-нибудь? Смотри, я кидаю сейчас, что у меня есть, мечи всякие и прочее. Все в ящик, короче, скидываю. А вы сейчас скидываю. В дырке? Да. Мы в дырке, да. Давайте мы с вами сделаем камень, здесь так сверху верстачок палится. Ребят, понимаете, в чем проблема? Возьми меч. Железный голем — это босс. По-моему, с него там что-то хорошее... Погодите, нужно камень один пожарить. Я жарю камень. Сейчас я пожарю камень и туда его впихну. Куда? Наверх, чтобы был камень. Я понял. Так, я забрал камушек. Осторожно, сейчас поплывем. Извините, что я много, очень много кашлю. Я немножко очень сильно больная. Да я вот тоже. Слушайте, а есть какой-нибудь блок, который может поставить только один человек, так чтобы он не палился больше? Если у тебя есть VIP, то когда ты поставишь сундук, то мы его открыть не сможем, если у тебя есть VIP. Или, блин, ребят... Надо шерстью заставляться. Шерсть ломается только ножницами. Чё, серьезно? Да. Так, я сейчас скрутил себе полный сет. Ребят, сейчас для вас скручу сапожки. Где открывается сундук? Здесь конкретно звук открывания сундука. Вот здесь сундук, за печками, он спрятан. Ребят, вот возьмите, вот. О, каменный, замечательно. Девчонки, о, возьмите. Микерка нужна. Во, возьми одни сапожки. Вот, давай. Девчонки, возьмите одну пару, я тогда сейчас... Ребят, вот, блин, подождите, я что-то боюсь, что там опять этот будет синий. Да можно мне какую-нибудь одежку, хотя бы ботиночки? Я за мапой слежу. А у меня не отображаются люди, я нормальный. Ну, в смысле, я не читер. Почему-то я когда-то давным-давно посмотрела один клип, и теперь, когда кто-то говорит «я нормальный», мне сразу в голове всплывает «ведь я нормальный, я сексуал». Вова, да. Закрывай все это. Чем? Булыжником. Точнее, ну не булыжником, а этим. Может, а камешком. Поможет все-таки копать? Погодите, давайте я, короче, смотрите, я сейчас кладу 1, 2, 3, 4 вот сюда камня, а сейчас я возьму уголь, положу, у нас будет жечься. Так, нет, не так. Посяп. Раз. Так, здесь 8. Сейчас я быстренько пожарю камушек, и мы закроем вход, и вообще не будет видно. Хватит. Подсолнышек, вот теперь вот туда копай. Ребят, секундочку, сейчас я встану тут просто. А я посчитаю, сколько тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, 6 блоков в стороны, не слабо. Кто там бьется? Кому кто там больно? Там вроде дерутся ребят. Ой, ну и пофиг на них. Там зеленый. Ребят, давайте мне ботиночки. Или носочки, мне боль. Ты где? Я здесь. Ой, у нас кто? Что? Это мы. Забирайте все железо. Нет, там чувак. Чувак был зеленый, но он был синий. Ну, в смысле, у него синий скин, зеленые ботинки. Ну да. Понятно. Я просто все ценное забрал из этого самого. Да вообще отовсюду. Он свалил? Нет. А, нет, стоп, это подсолнушка. Извиняюсь, ребят, что я сейчас отошел. И зрители мои, и вы. Я просто, мне написали в скайпе, извиняюсь. Так, я смотрю тут. Я вижу двух синих. Сейчас попытаюсь их завалить, если мне можно.
Так, все, я пошел в атаку. Тебе миссия сделать мне две каменных кирки. Отлично, минус один. Я спас одного нашего зеленого. Три. Так, четыре, идем дальше. Пять, шесть. Все, расширяемся, ребят. Блин, я боюсь, там два железника из синей команды. Да, вон я тебя на мапе вижу, так что давай все-таки беги на базу. Так, 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 так. Сейчас быстренько крафтим. Вот так. У меня ж факел есть, чем мы до сих пор его не поставили. Так. Печки погодите, сносите, девочки, девочки, можете... девочки, погодите, не ломайте там камень. Но камень забрал. Кирку. Да, я скину, блин. Вы знаете, что если печь сломаешь с камнем, то он не выпадает? Выпадает. А у меня почему тогда их только 4? Мне я выпал, может... я его положила в сундук. А, ладно, ладно, этот камень, загораживайте камень, пожалуйста. Нет, Вова, ты что, это окно? Окно мы сделаем. Окно в пропасть. Понимаешь, окно нужно такое, чтобы не вывалиться из-за этого окна. А, боль, боль! Там сверху кто-то сидит. Вов, Вов, там сверху. Давай, драй. Боль. Нет, 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 нет. Вов, он сверху стоит. Только не вылезай. Жди, пока он сейчас тебе упадет. Он вывалил, он упал, сдох. А, да? Давайте как-нибудь по-другому дырку сделаем, это вообще не вариант, тут сразу падаешь. Надо этим, надо покопать песочка и загородить там все стекольком. А если мы сделаем... Дырку на одну в бок. Да. Как вам такая идея? У меня есть идея поинтереснее, погодите. Ой, ты тоже умер, шахточка. Да. Здравствуй, здравствуй, зомби. Привет, здравствуй, человек-мертвец. Пошли, да тебя что жду. Пошли, я тебя жду, пошли, я тебя жду, побежали. Вова, что ты сделал? Вова! Я тебе сейчас поясню, что я сделал. Значит, сейчас, да секундочку. Нафига ты придолбал дырку в нашем доме? Или где? Тут будет вход теперь? Это будет вход. Окей, тогда. Ой, а тогда я до него плыть надо. Кстати, куда? А, все, я вспомнила. Ой-о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 й. Аккуратно, аккуратно. Там видишь, там, там дерево. Там можно пройти, тут можно пройти. Вот я стою на шифте, вот я прыгаю. Ладно, побежали? Встретимся на базе. Эх, не знаю, блин, у меня 500 арбузиков. Блин, этот синий. Я где-то взяла подделать лодку. Мы будем на ней плавать. Все прекрасно, вход готов. Я вижу вход. Я него запускаю. Вот, а этот старый сейчас закроем. Он упоротый слишком. Нормальный вход, все отлично. А вот и окошки. Всем, кто любит окошки, вот. Они какие-то высокие слишком. Давай опустим их на блок. Вот, погоди, вот так. Да. Вот так никто не выпадет. Да, кстати, реально. А еще у меня перо, я не знаю откуда. Перо, я сам не знаю. Выход. Быстрый. Приди, отойди. Вот, вот так. Так, ребят. Да блин. Вова, так, я вот сделаю нам еще один выход через сушу. Ребят, окей, издалека. Я пошел тогда, знаете, добывать снова железо. Ой, да, зря. Потому что железа сейчас нет, нам нужно одеваться. Да, окей. Нам не только давай одеваться надо, да, ё-моё, свинья Гитлер. Слушайте, блин, погодите, да, так тут что, есть алмазики? Да. Они на центре. Мы должны захватить центр. И на центре спавнятся постоянно алмазы, как уголь, как железо. Ребята, какая волна уже была, не знаете? Волна чего? Этап игры какой? Короче, сейчас тут я сама... есть этапы игры? Да. Конечно. Окей. Вот, смотри, вот видишь, тут справа такие Green Nexus, Yellow Nexus, да, Blue, да, Nexus. Вот. И 75 цифр. Вот, все, и мы должны вот наших просто убивать, точнее, их не базу. Ихнюю базу мы должны убивать. Да почему она так лагает? Все нормально. Ребят, я буду... Я пока что занимаюсь добытием, нам с вами очень шерстки, потому что ее можно ломать только ножницами, и фиг кто делает ножницы. У нас деревца нема. О, началась четвертая стадия. А где, куда дерево делось? Это плохо. Дерево закончилось. А как оно могло закончиться? Наверное. Ручками. Сейчас стресс снова придется. Блин, у меня даже нету этого, нету топорика. Ничего нет, ну господи, не страдаю же.
И я выкинул зачем-то в шахту топорик. Ребят, как-то, по-моему, слишком быстро выходит игра. Игра, а наоборот, дольше? Долго. А мы снимаем где-то уже около... Гораздо. Не знаю, около часа где-то, наверное. Нет, да, ну. Гораздо меньше, вы чё? Меня забили! Слушайте, лаги жесткие просто, я нажимаю. У меня тоже почему-то, знаешь, у меня вот сейчас вот, например, 60 FPS, и сейчас вот через немного времени у меня тут будет по 10, и потом у меня пролагивает. Знаю, меня почему. Вообще не лагает, ребят. Вы какие-то лалки. Так, короче, я беру печку, арбузиков. Ай, да что такое, я не понимаю. Я беру печку арбузиков. Так, что мне нужно. Печку и арбузиков. Собственно говоря. Вот, а мясо я сейчас пожарю нам. Да зачем нам мясо? Не знаю, кушать. Окей, так. Да. Печка, я тебя срублю. Капец. Лаги убивают. Почему она у меня так проседает? У меня 30 FPS и что-то еще ниже. Вот. И тут меня уже... Я поставил уже дистанцию на... Окей. У меня не проседает, у меня просто очень долго реагирует все, что открывается. У меня такая же фигня. Алло, не лагай, пожалуйста. Давайте. А ко мне курочка в мою шахту зашла. Господи, Настя! Шахта Омса и курочка. Маленький кирпичный заводик, все растет и растет. Что? Говорю, сегодня день какой-то стрёмный. Погодите, а чей это дом рядом с нами на море с голубыми башнями? Ты же сам в дыре. Какой дом? Ну, на острове с голубыми башенками. Белый. У нас так и водит маленький дом озера. На озере это вообще... О боже, тут синие! Бей. Какой мужчина. Тут синие бегут за мной, синие их штук 6. О боже, какие синие. К вам бежит синий. Да мы видим. Да, ребята, мы видим. Ладно. Не выходите. Ждите его там и забивайте его. Так лучше, потому что он так скинет вас. Я просто не понимаю. У меня какая-то жесть, у меня лаги абсолютные. Срочно лопатку! Я умер! Крафтить лопатку! Окей. Тогда давай, иди сейчас ко мне, я... А как вы думаете, жить? А если я перезайду, допустим? Ты сможешь чё? Войти обратно. Смогу? Да. В смысле войти обратно? Он появится снова? Ну, и у тебя обнулится инвентарь.